Кировской области 23-24 января прошло первенство России по триатлону среди любителей. 14 российских регионов представили 54 спортсмена. Соревновательный маршрут включал три этапа: бег на 4 километра 600 метров, велогонка 9 километров и лыжный забег на 7,5 километров. Берчанин Александр Гашников завоевал золотую медаль в возрастной категории 55-59 лет. В отдельной дисциплине гонка преследования с гандикапом – это когда более слабым участникам дается фора – Александр Гашников занял второе место. Юные лыжники соревновались 24 января на базе спортивной школы «Восток». Гонка прошла в рамках первого этапа всероссийских соревнований на призы газеты «Пионерская правда». Забег имел статус контрольно-тренировочного. Лучшие результаты показали Елена Аникина, Александр Глушков, Виолетта Волкова и Илья Сафронов. Эти ребята выступят на втором этапе всероссийских соревнований, который состоится в феврале на лыжной базе «Метелица». В Доме спорта «Авангард» в минувшие выходные состоялся 16-й рождественский турнир по волейболу среди юношей 2005-2009 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 6 сильнейших команд Новосибирской области. Игры проходили в двух возрастных группах, и в обоих чемпионами стали команды Бердской спортивной школы «Авангард». Лучшими игроками турнира признаны наши ребята Андрей Ротарь, Вадим Малышев и Марк Пузиков. Тем временем, 24 января наши волейболистки, команда девушек 2003-2004 годов рождения, представляли Бердск на областном первенстве в Новосибирске. Воспитанницы спортивной школы «Авангард» выиграли бронзовые медали.